Чемпионат Европы по художественной гимнастике стал хорошим поводом посетить Минск для ряда зарубежных спортивных чиновников. Так, сегодня в белорусской столице принимали заместителя министра спорта Польши Дороту Идзи и гендиректора спортивного департамента при правительстве Литвы Эдиса Урбанавичуса. Встречали важных гостей первые лица белорусского спорта Максим Рыженков и Александр Шамко. Визит официальных лиц, разумеется, был связан не только с гимнастическим форумом. Руководители спортивных ведомств решали ряд вопросов о сотрудничестве. Так, к примеру, белорусская и польская сторона в настоящее время рассматривает вариант совместной заявки на зимнюю универсиаду 2021 года. Сходство спортивной инфраструктуры и системы подготовки атлетов в странах-соседках упрощает взаимодействие в различных сферах, а обмен опытом пойдет на пользу обеим сторонам. В ходе больших стартов спортсмены будут сами решать, кто сильнее. Я же выражаю надежду, что очень часто белорусы и поляки будут встречаться между собой в финалах. Главное — места на подиуме, а о качестве медалей мы уже спорить не будем.